Спецпредставитель правительства Китая по делам стран Евразии Ли Хуэй пригласил сегодня Касым-Жомарта Токаева принять участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. Он заверил казахстанского лидера, что нашим спортсменам на грядущей Олимпиаде создадут все необходимые комфортные условия. Во время дружеской беседы в Аккорде Ли Хуэй отметил, что в этом году Казахстан и Поднебесная отмечают 30-летие установления крепких дипломатических отношений. Наш президент, в свою очередь, подчеркнул личный вклад Хуэя в развитие двусторонних отношений как посла КНР и наградил его высокой государственной наградой – орденом Достык второй степени. Также президент Токаев отметил, что ожидает председателя КНР Си Цзиньпиня с государственным визитом в Казахстан в предстоящем году. Отношения дружбы между нашими государствами носят всепогодный, если так можно выразиться, характер. Показательно, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, произошел рост объема торговли между нашими странами в течение 10 месяцев нынешнего года. Я думаю, что и в будущем, в следующем году, как, впрочем, и в последующие годы, торговля между нашими странами будет успешно развиваться. За 30 лет Казахстан достиг огромных успехов, достижений в своем развитии государства. Сейчас Казахстан уже стал такой авторитетным государством, которое весь мир с большим уважением относится. А что касается китайско-казахстанских отношений, я могу сказать, что за 30 лет тоже как мы получили огромные успехи и достижения. Процессы развития как наших дружественных стратегических отношений.